Украинских туристов, которые застряли в египетском Шарм-эль-Шейхе, планируют доставить домой завтра. Об этом сообщил начальник управления департамента консульской службы украинского МИДа Василий Кириллич. Некоторые люди с пятницы ждут транспорт. В МИДе говорят, что у туроператора возникли проблемы, нет самолетов. Также более суток туристы не могут вылететь в Египет из аэропорта Борисполь. Их разместили в отелях.